Поразительно. Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Невероятно. Посмотрим, как работает эта штука. Thank you.
Народ Якова опередил свое время. Будь внимательнее, Лара. Не торопись. Сейчас. Описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Колокола. Старый город неподалеку. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да. Они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи.
σερβέρες αν. Έχουν όπλα που δεν έχουμε ξανά δει ομοιά τους. Όμως εσείς φοράτε την παροβλία της πίστης. Και όταν πέσετε, θα σηκωθείτε ξανά. Θα τους σκοτώσετε όλους. Η πηγή δεν θα μετακυριθεί. Θα υπακούσετε την διαταγή του προφήτη. Προς τη νίκη. Ah!
минуту! Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Эй!
Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Лара, у тебя мало времени. Ты должна первой добраться до источника. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди.